Я опять зашел в магазин, называется Cabela's. Немножечко засниму здесь. Свет отсвечивает, конечно. Видимость не очень. Вот так нормально. О, лучше видно. Этот товарищ вообще спит, по-моему. А может, уже готовый. А, не, глазки шевелятся. Первый аквариум. Здесь такой, как туннель под низом. Это второй. Черепашка. Эта рыба вообще какая-то перекошенная. Как, у ней, по-моему, как кость сломанная. Вон там сомик лежит. Вон да, черепашка маленькая, еще одна плавает. Танечка, let's go. А тут они такой водопадик сделали маленький. Лиса, медведь. Не знаю вообще, кто это. Ценим. Прю-прю. Дикий кабанчик. Когда-то бегал. Это маскарад. Вау. На крысу похоже. А это белки, которые у нас в огороде даже бегают. Птичка какая-то. Нанечка, не надо делать это, пожалуйста. Не мусор. Это наши олени. Ну не это, конечно, олень. Вон олень. Там здоровый один такой стоит. Еще одна лиса. Дэниел. Красная лиса. Там наверху наставили еще зверей. Птички когда-то были живые. А теперь тут стоят. Вот эти наверх лестницы, ну, продают здесь. Для охотников залазишь наверх и ждешь. Let's go, Марик. Сейчас дальше пойдем. Тут в основном охотники скупляются. Охотничий магазин. Здесь луки, арбалеты разные. Уже с прицелами идут. Их здесь очень-очень много. That's
И наверху вон опять эти стоят. Например, вот этот будет стоить, ну, $400. Игрушка. А вот настоящие луки, сделаны из дерева, разные тут. Это отдел для Робин Гуда. Интересный лук складывается, который потом его расставляешь. А здесь, ребята, пистолеты. Это кимбер. Он стоит 45. Сейчас я вам этот большой покажу пистолет. Очень большой. Кимбер. То есть револьвер. Не пистолет, а револьвер. Это 1500 стоит. У него дуло такое. Когда звучит. Красивый пистолетик. Револьвер, то есть. 357 Magnum. Это Smith & Wesson. Вау. 1350 долларов. Так, что еще показать? Отдел, где продают оружие. Револьверы разные. Вообще, как видимость будет. Вообще маленький такой револьверчик. $750. Look at this one. Ну, это не пистолет, это вообще что-то непонятное. А, он синенький. Интересно. $1600 стоит. Кимбер. Он вообще какого-то цвета интересный. С разными этими цветами. Это автомат. Тоже разноцветный. Данечка, застегни. Здесь эти скопы разные продают. Охотничье оружие, снайперские винтовки. Вот, пожалуйста. Савич, окей. Пытаюсь найти, если здесь есть что-то русское. Пока американское. Винтовки разные, автоматы, то есть. Century Arms, все американское. Скопы. Daniel, no.
Это скоп, да? Да. Вон, пожалуйста, еще автоматы разные. На стене вон автоматы висят. Это все, ребята, могут купить практически любой человек в этом магазине. Ну, за исключением, если он какой-нибудь больной на голову, то им уже не продают. Это вообще какие-то идолы висят. Как вам такой рок? С кого-то сняли. Дэниел. Это старые винтовки. Антик. Я ищу. Арисака. Старые винтовки. Это японская Japanese. Сколько? $500. Ижевск. Это русское, наверное, что-то. Ижевск. Какое оно же старое. Ижевск. Возможно, это русское. Ижевск. Тут уже трескаться начало. Я хочу найти, если что-то по-русски было написано, Ижевск. Уже настолько все старое. Да, ладно. Поставлю его обратно. Какое же оно грязное. М38. Уценили его, но у него состояние убитое, конечно. Это Маузер. Вот он. У него дерево намного лучше. Чехословацкая сборка. Чехословацкий Маузер. Дэвид, Дэниел, no hitting, please. Йогу, Гаркану. Это старые пистолетики здесь. Ну, не совсем старые, я бы сказал бы. Вот старый. Марик, no. Выходим. Марик, Марк, открой этот капеллос этот. Сейф. No, не закрываю, ты чё? Сколько сюда войдет? Это целая комната здесь. Все, лапы, вылази. Все, закрывай, Марик. Ай. Такой сейф стоит $2679.99. А здесь еда. Ой, какая еда, одежда разная. Аризона джеркис. Only $6.99, right here. А здесь мало, ты чё, Даник? Оно очень легкое. Пойдем дальше. Я на пол снимаю, потому что я не хочу людей в лицо снимать так.
это собакам отдел здесь. Это с косточки, наверное, сделали рукоятку. I like it. Марик. Смотрите, зверей сколько нам наставили наверх. Какие горы, скалы сделали, интересно. А здесь уже другие отсеки разные. Моторные лодки тут, моторы разные, запчасти для них. Вот этот отсек здесь справа вообще для удочек. Я не знаю, сколько тут тысяч этих удочек. Дэниел, положи. Тут разные эти буйки. Эти не буйки, а как забыл уже, как по-русски называются. Ну ладно. Поплавки. О, вспомнил. Наживка разная. Крючки. Какие хочешь. Это для рыбаков тут райское место. Грузила на полу любого размера. Внизу, то есть не на полу, а внизу. Еще один отсек. Здесь эти катушки продают, катушечки. На любой вкус и цвет. Что вам нравится, да? Дэниел, don't touch it. А это мясо. Прикиньте, это мясорубка или как она называется? Я уже забыл по-русски. Сюда мясо кидаете, оно отсюда вылазит уже. Фарш. Такая мясорубочка стоит $750 плюс такса.
Но это мощная мясорубка, это вообще зверь. Ну-ну-ну-ну. Мой малой. Эта мясорубка, конечно, не такая дорогая. Чуть подешевле. Нам показано, руку сюда сувать нельзя. Вон туда. Вон тут еще мясорубки есть. Я думаю, любая женщина будет рада такой мясорубке. Не надо вот этой ручкой крутить там 20 часов. Так, дальше идем. Холодильники. Это колбасу резать тоненькими слойками. Еще этих животных наставили. Ой, какая. Ну, мошка, но это не мошка, ничего. Еще лиса или. Против света оно так плохо видно. Вон какая. Индюк или что это? Интересный. Вон какая сковородка, можно сказать, здоровая. Не сковородка, но вы поняли, что я имею в виду. А это чугунные сковородки. $40. Ого, крышка. Я не знаю, сколько килограмм она весит, но очень тяжелая. Чугунная. $50 вот эта сковородка. Да, я даже не могу одной рукой поднять. Прикиньте, сколько весит. Положи эту сковородочку. И для кого эти сковородки, я вообще не пойму. Прикиньте, моя ладошка и сковородка. Ну тоже тяжелая. Эти чугунки или как, кастрюльки, да? $80 кастрюлька стоит, чугунные. Ну, Марик, пойдем дальше. Вообще резкость есть здесь, я не знаю. Надеюсь, есть. Куда? Игры? Эти охладители. Вообще не надо, это упадет потом. А это коптилка. Коптить здесь рыбу можно, что хотите. Stop, you're gonna... Большая коптилочка. Ну, Марик, закрой. Это наподобие как шашлычница, или я не знаю. $1300 стоит. В виде яйца. То есть $1300. Еще одна коптилочка $1000 стоит. Тут регулировать, наверное, тепло, все остальное там.
Людей много, я не хочу сильно снимать на этот. Лица их, короче. Еще одна коптилка. Интересная. И, наверное, сушить здесь. Сушки делать разные, там что там, грибы и все остальное сушить. Мясо можно сушить. Такие будочки интересные, вон еще одна. В нее заходишь и ждешь зверя. Тут уже все приготовлено. Классно. Закрываешься. Окна, все здесь открываются, вот. Открыть можно. Ружье выставил. И стреляешь. Еще. Вот окна все эти открываются. В любую сторону. Он даже наверху, он раз. И держится наверху. Вот. Ружье ставишь сюда. И ждешь свинью там или оленя, или еще кого-то. Выходим отсюда, идем в другую, это уже меньше размером. Закрылся здесь. Вот такие домики продаются. Интересные. Потолок нагрелся от солнца, то тепло здесь внутри. Вот, вот так они выглядят со стороны. Наценника не вижу, сколько они стоят. Окей. Может, на этом ценник есть, а может в этот зайти. А, ну закрыто. Закрыли. Это уже подвесной. Не на земле стоит, а уже где-то полметра. Так, здесь еще и замочек. Его закрыли, жалко. Ну ладно.